Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Начнем с того, что заберем наши награды за выполненные миссии. Вроде бы неплохо. Так, потратить деньги. Деньги не потратил я, конечно же. Как же так-то я забыл. Естественно, на хавчик. Так, ну что там, ускорение, собрать моды. Давай быстренько моды соберем. Читал комментарии. Один из подписчиков пишет: Рэй, играй побольше испытания с модами. Говорит, там ему выпало очень много разных динозавров крутых. Говорит, и тебе советую. Ну, не знаю, ребята, были бы у меня нормальные моды, я бы, конечно, бы так, наверное, и делал бы. Но ты видишь, в последнее время без премиум подписки мы с тобой можем вот только обычные модики собирать, а на них далеко не уедешь. Ну что, выполнили мы это задание, заберем награды и переходим с тобой. Так, подожди, прежде чем сюда идти, давай-ка мы посмотрим, что у нас там в инкубаторах творится. Ага, спинозавр готов. Так, сейчас мы его поместим. Слушай-ка, мы можем их прокачать, обоих причем. Ну давай, до 10 уровня получается. Раз. И два. Так, спинозавр у нас есть. Что у нас тут еще? Угу. Это у нас кто? Шунозавр, по-моему. А, суперзавр. Суперзавр. Слушай, а с кем он гибридом делается? Ага, с тирано-титаном. Ну, тирано-титана у меня нету. Прокачанного я в этом плане. Давай-ка мы на рынок, наверное, сходим. Хм. Держи карман шире. Так, кто здесь у нас убегает? Не могу понять, Аланг, что ли, или кто? Ну-ка, давай сыграем сами. Нет, это не Аланг, это Скафагнат, что ли? Успел. По-моему, это Скафагнат, на него похоже. Здорово. Так, давай дальше. Получилось. А почему? Ты зашибись. Я ненавижу, когда вот так вот в разнобойку бросают. Да не ори, не ори ты. Я же не специально это сделал. Все равно поймали мы его, да? Последний раунд, лишь бы не сфейлиться здесь. Да ты серьезно, что ли? Блин, он убежал, ребят. Трындец, и все из-за этой... Соберите команду. Ну что, придется брать самую эту. Я офигею вот с этой вот шкалой, которая бегает. Хочешь как лучше сделать, получается как всегда. Вот этих вот с тобой отправим. Пускай идут. Бегут за ним. Блин, ну, сам понимаешь, это минус скафагната из нашей доски доступных динозавров. Так, здесь забираем пирораптора. Давай его тогда уже и прокачаем. Вот так вот. И сделаем следующую эволюцию. Так, а этого до 30 уровня прокачаем. Все. Эволюцию заберем. Нормально. Так, кто у нас здесь опять? Угу. Здесь лучше мы отправим Оухен. Как я его сейчас только что назвал? Оухен? Просто я про динозавра думал. Его же звать Оухензавр какой-то, по-моему, так. И... Короче, ты понял меня. Ладно, ребят, давайте переходим в события и смотрим. Любые животные, гибриды. Ух ты. Так, а этот парень, кажется, наш клиент, да? Где у меня нондогазавр? Вот он. Значит так, смотри внимательно. Давай-ка я, наверное, сделаю следующим образом. Возьму Таниколагриуса одного. Потом возьму вот этого диплотатора. И против скафагната я возьму, пожалуй-ка, стегоцератопса, да? Я думаю, это будет вообще четенько. Поехали. Интересно, мы тиранозавра с тобой сможем запинать? По логике вещей должны. Но у него атака 516. Берем бонус сразу же. Так, смотрим. Он, наверное, возьмет одну защиту, одну атаку. Нет? Хорошо.
Опять он лопухнулся. Он взял просто две защиты. Ну что, все? Крошим его? Подожди, какой крошим-то? Хотя, да, крошим. Ему крышка. Надеюсь на это. Бинго. Так, метрикантозавр. Сейчас ушатает меня. Ну что же, диплотатор нам в помощь. Он же все слил, все. Раз, два. Раз, два. Ну что, пока. И выползает скафагнат. 1212 хп у тебя, да, значит, скафагнатик. Что ты будешь делать? Все слил, прикинь, все абсолютно. Ну что, тогда мой родненький. Так, а если мы на 4? А, как раз хватает, да? Все, выноси его. Все, скафагнат готов. Ну что, друзья мои, первый поединок довольно неплохой. Но это первый. Двигаемся дальше. Так, 35 ДНК. Следующая битва. Димитродон, микропозавр и Индоминус Рекс. Твою налево, блин. Индоминус Рекс. Ну нафига он здесь нужен, а? Короче, против Димитродона мы берем Нондагозавра. Против микропозавра я, наверное, возьму Пеликанептерикса. А вот против Индоминуса тут уже надо, ребята, думать. Можно взять Диплотатора, либо же Раджастегу. Либо Таника Лагриуса. Вот тут вот сиди и думай теперь. Мне кажется, что Диплотатор мне понадобится в последнем поединке. Но давай я возьму Раджастегу. Давай, посмотрим. Димитродон, собственной персоной. Так, если я атакую, он, наверное, возьмет этого, вызовет, да? Ну, все равно надо рисковать. Так, оставляем ему 1000 хп. Будет менять он или нет? Все-таки меняет. 465 к атаке. Так, хорошо ты звезданул. Ну что же, тогда нам надо Пеликанептерикса брать. И, в принципе, можно бомбануть разочек. На-ка. Что он будет делать? Менять? Индоминус убрать, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 532 к атаке. Как тебе такой расклад? Он же взял, да? Он же взял. Наверняка он берет защиту. Поэтому я, наверное, сделаю следующим образом. Вот так и вот так. Чё, обманул меня, да, гаденыш? Обманул меня. Выносит, скорее всего, он мне. Да. И что вот теперь мне делать? Как я буду вот этим вот здесь драться? Скажи-ка мне на милость. Так, если он все стравил, нужно 1700 отнять у него, да? Попробуем. Вот тут видишь, тут еще Димитродон. 560 атаки. Скорее всего, я здесь сфейлюсь, ребят. Угу. Даже если мы с тобой этого сейчас ушатаем, то микропозавр ушатает меня. Раз, два. Раз, два. И вот так. Уж не знаю, насколько он будет силен, микропозавр этот. Но если он сейчас все зарядит, все, мне крышка, ребята. Да, вырубают нас тут. Ты понял? Вот так вот. Ну что же, я буду мстить, и мстя моя жестоко. Зря я, конечно, с самого начала не взял с собой Диплотатора. Вот этого. Это была моя большущая, огромная ошибка. Ну, теперь мы этой ошибки с собой не допустим впредь. Вот такая у меня будет команда. Димитродона.
Давай, бомби. Вот так вот. Чтоб тебе неповадно было. Пускай там что хочет берет. Микропозавра, там, индоминуса. Все равно им не жить. Ни тому, ни другому. Потому что я в гневе. В огромном гневе, ребята. Так, ну что, давай, наверное. Да бомбанем, скорее всего. Пускай он тратит там на обмен, что хочет делает. Так, призадумался, да? Ага, не нравится. Естественно, берет индоминуса. Он берет индоминуса, мы с тобой берем диплотатора. И мало того, что я еще сделаю вот так вот. Ну-ка, посмотрим. Хорошо, крышка тебе, парень. Тебе кранты. Он все потратил, значит, нам нужно сделать с тобой две атаки. Это будет 200. И плюс... И плюс, я даже не знаю, что. Наверное, сделаем вот так вот и вот так. Проверочка на прочность. Но этого-то выносим, понятно, индоминуса. А мне важен, что вот этот сделает. Димитродон. Сколько он будет атаковать? Все. Все впустил под слив. Значит так, ребятушки. Раз он все пустил под слив, мы берем с тобой вот этого паренька. Нам нужно с тобой сделать всего лишь две атаки. Раз, два. А остальное мы запускаем под бонусы. Ну, а микропозавр, естественно, против Эдиуморфодона ничего сделать не сможет. Вот он и подписал себе смертный приговор. Да, диплотатор, конечно, решает. Против хищников это топчик. Ну что, давай, Эдиуморфодон, распиши его. Жалко, конечно, что мы с тобой тот поединок проиграли. Потому что я пожадничал на диплотаторе. Не хотел я его брать, не хотел, чтобы он у меня погибал. И, как видишь, скупой платит дважды. Ну что, последняя поединка у нас тут. Игуанодон, Пахицератопс и Тупуксуара. Тупуксуара. Ну что, здесь все, наверное, ребята, очевидно и ясно. Кого тут берем? Это... Подожди, а где у меня? Стоп, стоп, стоп. Это что, ограниченный список? Кого я могу здесь взять? Ты серьезно? Они мне даже не дали хищника никакого взять, прикинь? Так, ну... Я даже не знаю, что взять-то мне тут. Начнем. Анкилодока берем с тобой, да? Плюс возьму топиелозавра и тропиогоптера. Другого расклада у меня нету. Мне только так приходится драться. Ни одного хищника не дали. Что за беда-то такая, эй? А, тут же гибриды. А Таниколагриус у нас не гибрид. Так, ну что, я, наверное, сделаю одну атаку. Угу. Игуанодону это не понравилось. Он будет атаковать в ответку? Конечно, будет. Конечно, друзья мои, он будет атаковать в ответку. Я боюсь, мы потеряем с тобой Анкилодока, когда вот этот выйдет. Так, ему нужно слить две атаки. А, даже не хватит, или хватит? Хватит, скорее всего. Нет, друзья мои, ему не хватило. Вау. Ну что же, тогда мне это даже на руку, ребята. Так, берем этого. Берем этого, да, и делаем вот так вот. Да, все, я понял. Он тоже решил, да, значит, так делать. Хорошо. Ну-ка, давай посмотрим. Я жду, когда он будет все сливать.
Молодец, красавчик. Так, держать. Ну что, теперь топиалозавр распишет этого хмыреныша. Нам нужно сколько? 5 атак, что ли, сделать? Сейчас проверим. Раз, два, три. Этого достаточно. И остальное все на атаку. Пахицератопс уничтожается и выходит Тупуксуара. 326 атаки. Сливает почти все. Ребята, ему крышка. Анкилодок, естественно. О, даже нет. Даже мы уничтожим, прикинь его. Все, парень, прощай. Я думал, что анкилодок добьет, но видишь. Топиелозавр даже справился. Замечательно. Немножко он не подрасчитал атаку. Ну что, получаем с тобой микро-супер-ДНК. Малофазавр, скалозавр и опять же скалозавр. 65 очков доверия. Ребята, скоро-скоро у нас будет чистое золото. Че, я не помню, у нас битва, что ли? Не врубился. У нас сегодня что, арена открыта? Точно, блин, дрожь земли. У нас и арена открыта, ё-моё. А вот это что такое? Нет нокаута. Выживание. Блин, а у меня все динозавры, да, уже потрачены, можно так сказать. Ладно, без ограничений. Это что у нас? Защитите свою территорию. Пойдем защищать свою территорию. Тропиогоптер, Скафагнат и Димерфодон. Ну, здесь, наверное, возьмем с тобой Уэрхозавры. И... Блин, кого еще-то возьмем? Уэрхозавра и все, что ли? А, вот у нас есть Стегоцератопс и... Ну, пускай это будет, например, Эйнозавр. Только мы сделаем немножко по-другому. Вот так вот поставим. И вот так. Блин, слушай, какие хорошие события, а? И дрожь земли, и все есть, а? Что же нам делать-то тогда? Может быть, вечером еще одну серию запиликать, а? Когда у нас откаты произойдут. Так, мой ход. Понятно, что мой ход. Так, будет что-нибудь делать? Одну атаку. Ну, это фигня. Одна атака — это ерунда. Давай по максималочке. И здесь тоже по максималочке. Я жду, когда он просто клюнет. Когда он все сольет. Ничего подобного. Не хочет. Но если я сделаю вот так и вот так. Давай сливай же в конце концов. Вот. Умничка. Давай, давай, лети. Все. Отвел душеньку. А теперь получай от меня сладких пирожок. 1300, да? 1300. Блин, как же так-то? Ладно, вырубаем его. Пумс, скафагнатик. Добро пожаловать. Где ты там у нас? Ага. Ну, если он 4 атаки пропишет, но он не будет это делать, он скорее... А хотя... 2. Нет, парень. Такое у нас не прокатывает. 1752 хп у него, да? 1700. Раз, два, три, четыре. 5. Ага, все отлично. Вырубаем. И выходит Димарфодон. 289 у него к атаке. Что очень-очень сильно и мощно. Но все. Уэрхозавр сейчас его забодает. Да, родненький ты мой? Пропиши ему, пожалуйста. За меня и за всех моих подписчиков. На тебе. На 5000 удар. Прекрасно. Здесь мы отыграли, молодцы. Но у нас еще впереди поединки, так что расслабляться рано еще. Смотрим. Тиранозавр, кентрозавр. Вы серьезно? Здесь я без этого парня ничего сделать не смогу.
Возвращаем его. Так, а куда сюда так что взять-то? А то Николая Грюса можно, в принципе, взять. Да? Возьмем-то Николая Грюса и... Астафрикозавра, да? Мы сделаем немножко по-другому. Ой, подожди. Возьмем вот так вот. Потом я возьму Диплотатора и Таника Лагрюса. Астафрикозавр, естественно, пойдет у меня под нож. Тут уж ничего не поделаешь. Так надо. Что-то новенькое. Почему без атаки? Ах ты жук навозный, ты смотри. Все сливает. Все слил. Красавчик. Сколько нам нужно? 3 атаки, дай ему прописать. Раз, два, все. Раз, два и хорош. Раз, два, раз, два. Пошел вон, щенок заморский. Так, кентрозавр уходит. 630 атаки, куда нафиг? Вы че, эй? Ну он пробить-то меня не пробьет, это понятное дело. Давай-ка выходи, родной мой Таникалагриус. Что мы с тобой можем сделать? Мы можем с тобой все слить в атаку. И я это делаю не зря. Хотя, подожди, не пробьем, да? Хотя пробило, у него было много защиты. Но пробили, самое главное, ребят, все прошло. А вот сейчас тиранозавр-то ушлепает меня. Так, он 2 бонусных очка себе оставил. Куда? На защиту, скорее всего. Скорее всего, на защиту. Поэтому мы сделаем с тобой так. Раз-два, раз-два. Я же говорил, что он возьмет защиту. Ну что, давай, сморчок. А вот это ты зря. Вот это ты зря. Ничего не стал делать. Тогда мы тебе прополоскаем зубы. Все-все-все-все. Можешь не кричать. Хе-хей. Ну, бас. Ну что, друзья, второй поединок у нас завершен. Чего? Так, двигаемся дальше. Агриппозух, тиранозавр и мастодонозавр. Ну, здесь все понятно. Здесь берем 2. А вот против тиранозавра кого нам взять? Митриакантозавр, но я думаю, что он не потянет. Есть у меня желание взять нондагозавра. Причем огромное желание. Сколько он стоит, если у нас по дешевке откаты идут? $56. Вот я его как раз и возьму. Сделаем это вот так вот. Ну давай, идем Орфану, выходи. Поехали, ребят. Думаю, здесь тоже будет у нас все великолепно. Сразу сделаем атаку, наверное, да? 791 хп отнять, это вообще круто. Птеродактиль, конечно, слабоват по хп, но очень мощный по здоровью. Меняет? Тиранозавра берешь? Давай. Твое, как говорится, право. Бонус, конечно, бонус. Это даже не обсуждается. Но если он сейчас возьмет 3 атаки и сделает, то, скорее всего, у нас... Нет, он меняет. Но здесь тоже у него есть 2 атаки. Но он делает 1. Ой, ну давай, птеродактиль, выходи. Пора нам веселиться. Че, полностью, наверное, да, сносим этого чувачка? Раз, два, три. Ай-яй-яй-яй-яй. Он все остальное перекинул сюда, получается, да? На гриппозуха. А гриппозух там наладом дышит 488 хп. Будет менять, наверное, на тиранозавра, скорее всего. Нет. Атакует сам. Вот червяк навозный. Но зато он все слил. Он зато все слил, поэтому мы с тобой сделаем так. Раз-два. Раз-два. Гуляй, Вася. Ну что, тиранозаврик, тебе придется в любом случае сливать 2 атаки. А он, ну да, правильно делает.
правильно он делает. Вот я не знаю, сможем ли мы теперь его одолеть. По атаке-то он посерьезнее будет. 400-400. Да, у нас хватает, ребята. Все. О, черт, как... Да ладно. У него уже была защита, мы не должны были его пробить. Почему трех атак хватило? Я не знаю, ребят. Но это круто. Мы прошли тогда испытание. Колесо призов. Давайте что-нибудь путевое, пожалуйста, ребят. Ну. И... Да нет, чтобы вот здесь где-нибудь. Нет, вот дают мне эту фигню, блин. Дали, конечно, ерунду какую-то дали, ребят. Бесплатно. Так, хорошо, я понял. Продолжай. Дальше. Так, здесь забираем таким вот образом. Новости. Какие новости у нас тут? Нету никаких нормальных новостей. Блин. Смотри, у нас тут с тобой смертельный отсчет. Плюс дрожь земли. Дрожь земли, конечно. А давай, у нас же есть пока динозаврики, которые могут здесь подраться. Мы же пока до элиты дойдем. Тут же можно спокойненько подраться вот так. Гуанлунь, Капразух и аргентинозавр. Поехали. Потому что это только начало, и я думаю, что здесь можно, в принципе, побороться без топовых. Хотя бы перейти там на два ранга вперед. Ну, ты видишь, да? Аланка, Стегоцефал и Трицератопс. Сразу с атаки начнем и вырубаем Аланку. Сразу же. Так, выходит Трицератопс. Ну, что ему тут светит? Да ничего, ребят. Менять только, если на Стегоцефала. Но он не хочет. А, не, меняет. Меняет. Ну что, довольный, поменял, да? А если я вот так тебе сделаю? И все атаки попадают в цель. А все, Трицератопс здесь ничего не сделает. Ребят, 8 атаки. 255 хп. Ты представляешь, сколько им придется бомбить? Все, пока. Ну, сам понимаешь, это первые поединки. Тут, конечно, все будет легко и просто. Тем более на арене. Ну, а мы с тобой пока имеем возможность немножечко подраться. Да, как говорится, без топовых бойцов. Так, мы переходим с тобой на выжившие. 54-я позиция. Ну, естественно, колесо удачи. Давай. Топлю за баксы. Ну, выпадает ДНК. Блин, я же хотел сегодня, думал, мы успеем накопить. Хотя, ребята, у нас еще есть ежедневки. Мы их не завершили. Там же, по-моему, тоже дают нам очки доверия, да? По-моему, да. Ну что, Нугазуха, Насутацератопса беру и Анкилозавра. Давай посмотрим, что у нас из этого получится. Кстати, Анкилозавра почему-то я не прокачал до 20 уровня. Что мне помешало? Ох ты, ох ты. Слушай, блин. Эй, Нугазух, вот ты не в тему здесь, конечно, стоишь. Меняем. Сразу меняем, потому что, ну, сам видишь, да? У него тут это, Стега, по-моему, да, его звать. Он будет менять, скорее всего. Хм. Как скажешь. Так, Тропиогнат, что ты там хочешь сделать? Это... Ты полная бредотня, что ты сейчас сделал. Две атаки нам нужно прописать. И... Вот так вот. Ну что, пока, птичка. Стегоцефал, у него 57 к атаке. То есть ему как минимум нужно потратить две атаки, чтобы меня пробить. Но не забывай, что у меня защита, поэтому три. Не-не, парень, такое здесь не прокатывает. Ну что? Раз, два, три. Раз, два, три. Упс, просчитался чуть-чуть, ребята.
чуть карика буквально прочитался. Ладно, сейчас посмотрим, что он будет делать. Две атаки ему нужно потратить. Но он тратит почему-то все. Это дело его. Мы делаем с тобой атаку. И две защиты. Сейчас мы посмотрим, сколько этот будет. 103. Их тестега, да? Но. Ну все, ребята. У нас 8 очков действий. Соответственно, я все это вливаю в атаку. И мы его просто разносим в мясо. Ну что ты там так долго подготавливаешься-то? Вот и все. Их тестяга погибает. Ну все-все-все, красавчик, красавчик уже. Молодец, победил рептилию. Так, куда мы с тобой переместимся? А мы уже в охотниках. 10% лучших игроков. Угу, спасибочки. Топлю за баксы. Да ладно. Топлю за баксы и получаю пак. 400 ДНК. И Афиакадон. Плюсочки доверия не забываем. 130. Оу. Так, нам нужно с тобой еще... Сколько тут получается? 256 очков. Доверие и все. И золотое. Чистое золото будет у нас в кармане. Так, ну что, мы с тобой перешли дальше, да? Значит, еще круче будут противники. Возьмем как прозуха. Тиранодона возьмем и велоцираптора. Хочу глянуть вот такой составчик. Так, дилофозавр, тиранодон и трапиагоптер. Ну что же, начнем с атаки, наверное, да? Он сейчас будет брать кого-то из этих. Летунчик против рептилий, сам понимаешь, это топчик. О как. О как взял кого. Окей. Окей, я что, возражаю, что ли? Давай-ка вот так вот сделаем с тобой. И бонус. Интересно, будет он нас пробовать вырубить двумя атаками или нет? Он делает одну почему-то. Ну что, рискнем слить? Получится? Получится. Отлично. Так, ну что, дилофозавр уходит, у него 89 к атаке. Сколько ему там нужно? Все слить, чтобы меня побить. Ну давай, сливай, все, я жду. Молодец, красавчик, послушный песик. Ну что, птеродактиль, давай, выходи. Птеранодон, точнее. Нам нужно сделать всего лишь одну атаку. И... Стоп. Блин, я уже не могу поменять твою налево. Фиг с ним. Да. Не то, конечно. Если он сейчас все сольет, а что он, скорее всего, и сделает, то мы, наверное, проиграем. Блин, зараза, а. Ну этот... Что он тут сделает, ребят, со своими 49 атаками? Да ничего. Вообще ничего не могу сделать, прикинь, против него. Максимум там 400 здоровья отнимет, да? Все. Слив. Я просто когда сделал атаку, я потом понял, что лучше там не взять капразуха, пустить его под нож, а на тиранодона оставить больше очков действия и добить. А тогда бы у нас все получилось бы. Ну видишь, тогда как ты уже нажал атаку, отменить уже ее невозможно. И соответственно, замену тоже нельзя сделать. В общем, это мой был косяк.
Туго соображаем, Рейчик, туго. Так, ну что, давай двигаться тогда дальше. Возьмем Ютерануса, возьмем Капразуха и Эрликозавра. Посмотрим, что у нас вот из этого получится. Ну, где, кто? Покажи. Да чтоб тебя. Деоних. Ну как вот это вот можно назвать? Ну что, специально, что ли, я не могу понять. Я еще и летунчика ни одного не взял, как назло. Давай менять. Блин, вот это вот надо тоже как-то шлепать. Я даже не знаю, что делать. Давай вот так вот. Он сейчас попробует нас размазать, наверное, да? Метеоринг. Вообще-то можно было бы взять Эрликозавра сюда. Давай Эрликозавра возьмем. И вот так вот сделаем. Окей. Такое ощущение, что мы опять тут сфейлились. Да, ребята, полностью меня бомбит. Он все слил, да? У него... Так, смотрим. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, раз. Так, ну этого вырубаем. Сейчас будем смотреть на Дейнониха. Кстати, у него всего 170 к атаке. Это не так уж много. Я думал, это будет посерьезнее. Окей. Что нам нужно? У него одна защита наверняка была взята. Поэтому я сделаю вот так. И вот так. Трапиогоптер выползает. Блин, опять у меня Капразух получается последний, да? Просто, блин. Да все, крышка нам тут. Капразух ничего не сделает. Со своими 74 атаками, что он сделает? Да ничего, ребят. Трындец, у него еще и очко действия дополнительное было. Все, проиграл. Капразух. Второй раз я этого Капразуха беру. Второй раз мы, блин, проигрываем из-за него, а. Трындец какой-то, а. Что за непруха? Ни одного летуна нету, блин, прикинь. Я даже взять никого не могу. Так, ладно, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами уже закончим эту серию. Я думаю, что лучше сыграть, когда будут откаты. Вначале мы сейчас еще с тобой здесь что? В Каназуйской эре сбегаем. Сыграем партийку. Лучше все-таки играть, когда у нас действительно будут все динозавры на месте. Чтобы было по-честному. А то, извини, я каким-то фуфлом играю. Раз, два, три. От которого толку нету, просто слив идет и все. Но не забывай, что чем дольше времени проходит, тем сложнее играть в лиге. Потому что там уже все места занимаются топовыми персонажами. И приходится... Так, отлично, у нас под удар неплохой попадает вот этот глиптодон. Да, но тут у него тоже есть фраерки такие, да? Возьмет он этого лося?
атаковать решил? Ну, я понял, понял. Ты одно взял под защиту, да? Ха-ха, расколол. Ну, не хрюкай ты там давай. Да что ж там долго так тянешь время-то? Ну, в принципе, тебе и крышка. Так, одну очку действия он оставил, поэтому раз, два, три. На всякий случай так сделаем. И вот так. Угу. Ну и выползает у нас лось или олень, я не знаю, ребят. Гигантский олень это. 224 к атаке имеет. Ничегошеньком почему-то не стал делать. Давай я сделаю вот так. Прокатит? Прокатит. Выползает Индрикуцер. Тут уже посерьезнее. 321 к атаке идет. Как скажешь. А теперь давай мы повеселимся. Только по полной программе. Поехал, мамонтенок. Ну вот и все. Ну что, Индрикуцер, вот тебя мы и покуцали. С превеликим, так сказать, удовольствием. Все, друзья. Это было последнее на сегодня испытание. Забираем с тобой пак. Да что ты все сюда-то мне... А еще и приз любителя. Деньги, ладно, фиг, пускай будут деньги. Еще разочек крутанем. Ммм, 80 очков доверий. Так, грубо говоря, там соточку еще нужно набить каким-то образом. Ну что, забираем. И ежедневный пак. Сколько там очков доверий? 95, нам буквально чуть-чуть, ребят, не хватает. 41 очка. Ну как так-то, а? Как так? Объясни-ка мне, милость. Где мне взять пак? Вот объясни мне, где мне сейчас взять пак в данный момент? Негде. К сожалению, пока негде. Ну, будем надеяться на позднюю игру. Сегодня, но только попозже. Когда все откатится. Ну, возможно, не все, но большинство. Потому что все это 8 часов нужно ждать по откатам. Столько времени у меня нету. Так что, друзья мои, на этом будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.